В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Вітаю в студії голову Приморської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова, декана факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету Одеська юридична академія Дениса Колодіна. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Як ці вибори будуть відрізнятися від інших, тому що ситуація з коронавірусом в нашій країні не покращилась. Тож, Денис Олексійовичу, розкажіть, будь ласка, як будуть проходити вибори цьогоріч в умовах пандемії? Чи зміниться процедура голосування на виборчих дільницях? Ну, процедура голосування, вона незмінна, вона законодательно предусмотрена, но є соответствующее постановление Кабінету міністрів касательно тех норм, которые должны соблюдаться на избирательных участках. Это такие, как температурный скрининг, это такие, как антисептик должен обязательно быть при входе для рук. Должна быть соответствующая разметка, чтобы люди находились на нужной дистанции друг от друга. Потоки избирателей должны быть разделены. В одну дверь они должны заходить, в другую выходить обязательно. Также запрещается использование тканей на столах для выдачи бюллетеней. Должна проходить влажная уборка в помещении каждые 4 часа, не реже, чем 4 часа. Рекомендуется не брать детей с собой на избирательные участки, ну и рекомендуется взять с собой свои ручки для того, чтобы ни одной ручкой все не пользовались. Ну и, конечно же, это в обязательном порядке нужно придерживаться масочного режима. Касательно самой процедуры голосования, в этот раз она непростая и сложная. Да? Мы сейчас будем выбирать Одесского городского голову. Здесь все ясно и понятно. Вы выбираете кандидата, за которого хотите поддержать, и ставите напротив него свою отметку. А касательно партии, у нас еще будет три бюллетеня. Это Одесский городской совет, Одесский областной совет и Одесский районный совет. И у нас впервые за всю историю независимости, за 29 лет, будет такая форма бюллетеня, когда нужно проголосовать за партию и потом поставить номер за кандидата. К сожалению, сегодня и городскими властями не проводится соответствующая разъяснительная работа. И для молодых людей не совсем понятна система голосования, они не видели этих бюллетеней, теоретически они понимают. А если говорить о людях преклонного возраста, то для них очень сложно будет разобраться, потому что многие не знают, что выбрать кандидата вы можете только из той партии, за которую вы поставили галочку. Потому что если вы проголосуете за одну партию, а номер поставите за кандидата из другой партии, такой бюллетень будет признан недействителен. Многие хотят поставить галочку возле кандидата. То же самое, они мелким почерком будут записаны и хотят ставить галочку. Такой бюллетень тоже не будет считаться. Нужно прописать именно порядковый номер, в соответствии с которым он записан в бюллетене. Это все нужно разъяснять, объяснять, для того, чтобы люди смогли четко сделать свой выбор. Потому что если будет такой процент испорченных бюллетеней, как планируют, на уровне 20-30%, ну, тут есть вопросы, сомнения к тому, что будет искаженный результат голосования, чего мы все не хотели бы, хотим получить четко результаты нашего волеизъявления. Так, с приводу епідемічних заходів, як би сказали американці, safety first, безпека понад усе, це дійсно правильно. Таке питання, якою буде явка виборців під час виборів? Ну, вы знаете, она изначально, еще когда 2-3 месяца назад делались соответствующие опросы, планировалась очень на низком уровне, на уровне 35%. А сейчас, когда мы, и это объясняется тем, что люди разуверились, люди не доверяют политикам, люди не доверяют сегодняшней действующей власти, и люди не хотят идти на голосование, думая, что от их голоса ничего не зависит. И, к сожалению, это сегодня та реальность, которая существует. Ну и второй немаловажный фактор – это, конечно, эпидемия коронавируса, которая сегодня существует. И мы все наблюдаем динамику распространения. И, к сожалению, она очень велика. И многие люди побоятся идти на избирательные участки, пожелают остаться дома.
И это обеспечит явку. Но из того, что я видел, слышал, читал, она ожидается на уровне, наверное, 27%. Так, згідно усіх соцопитувань, є відсоток людей, які взагалі не хочуть йти на вибори. Ось чому так важливо кожному громадянину з'явитись на виборчу дільницю? Ну, уважаемые одесситы, уважаемые друзья, я вас призываю прийти на избирательные участки, потому что я вижу сегодня, что происходит в наших участковых избирательных комиссиях, территориальные. Партии пытаются перекупать друг у друга квоты, заводить туда своих людей. Для чего это делается? Для того, чтобы сформировать большинство, для того, чтобы можно было фальсифицировать результаты выборов, делать вбросы, несправедливо считать. Бюллетени оппонентов признавать недействительными и так далее. Поэтому для того, чтобы ваш голос не был использован кем-то, придите на избирательный участок и поддержите ту политическую силу, тех кандидатов, которых вы считаете нужным. Даже лучше прийти, взять бюллетень, если вы никого не поддерживаете, испортите этот бюллетень, но возьмите его, получите и распишите, чтобы за вас никто другой не проголосовал. Вот это сегодня очень важно. Знаю, що в межах передвиборчої кампанії ви зустрічаєтесь з виборцями. Які питання частіше за все вони ставлять вам? Ну, я ще до избирательної кампанії зустрічався зі многими нашими одесситами, жителями Приморського району. Це той район, непосредственно від якого я видвигаюсь кандидатом в депутати Одеського міського совету. Я здесь і проживаю. Я здесь и работаю, и часто у меня есть возможность общаться с жителями нашего района и приходя во дворы на встречи. Самая важная проблема – это, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство сегодня. И, конечно же, это жилищный фонд, потому что, приходя в каждый двор, люди показывают крыши, которые протекают, подвалы, в которых текут трубы, обшарпанные парадные. И сегодня все эти люди платят СДПТ, так называемое, исправно, а в ответ ничего не получают. ЖЭКи, которые подчиняются городским властям, сегодня ничего не делают. Не дай бог, простой бытовой пример, перегорела лампочка, люди сами вкручивают. Хотя это четко в структуре СДПТ прописано. Те же текущие ремонты парадных, все это есть, но люди своими средствами, своими силами, помимо того, что исправно платят, еще и выполняют те функции, которые непосредственно и прямая обязанность выполнять ЖЭКов. Конечно, еще и много проблем, которые сегодня касаются и которые очень беспокоят наших одесситов. Помимо этого, это и застройка исторического центра города, застройка побережья. Все эти вопросы очень актуальны. Но вот состояние жилищно-коммунального хозяйства, это в первую очередь, и это сегодня самое важное. И для людей сегодня большой вопрос и сложность. Во многих округах сегодня нету их представителей в городском совете, нету депутатов. Там, где они есть, они не работали. Сегодня люди хотят новые лица. Есть несколько депутатов, которые, ну, являются исключениями, работали и взаимодействовали со своими гражданами. А кто такой депутат местного совета? Это не тот, кто должен быть в телевизоре, на бигборде, на каких-то еще плакатах. Это тот, кто постоянно, систематически должен осуществлять депутатские приемы. Постоянно, систематически приходить во дворы не раз в 5 лет перед выборами, а все время систематически, ежеквартально, потому что те же вопросы он должен сидеть на голове у представителей ЖКСов, которые должны непосредственно выполнять свои функции, и в других городских организациях, областных, на которые непосредственно возложены функции для того, чтобы обеспечить комфортные условия существования наших граждан. Потому что наши чиновники, вы знаете, как сегодня к жителям относятся. Если он чиновник и сидит в кресле, он считает, что он царь всего мира и к нему не подойдешь. А когда у жителей простых наших, нашего округа будет свой представитель, свой кандидат, депутат, ну в дальнейшем депутат, который может включить соответствующие рычаги и механизмы, чтобы заставить этого чиновника работать и работать в интересах этих граждан. Вот именно такой сегодня депутат нужен жителям наших домов, округов и дворов, которые находятся в Приморском районе, в частности в 5-м округе. Так, мы
підійшли до теми архітектурної спадщини міста. Чи цікавить жителів Приморського району таке питання, як збереження архітектурної спадщини міста? Адже, як ми всі знаємо, міська влада майже не реконструює пам'ятки архітектури, яких от саме в Приморському районі, в центрі міста, досить багато. Чи планує Українська морська партія Сергія Ківалова, коли зайде більшістю в міську раду, в облраду, в районні ради, повністю реконструювати оці архітектурні пам'ятки, які є дійсно важливими для ока наших громадян, одеситів? Ну, ви знаєте, сьогодні два самих важливих питання, які інтересують одеситів, які інтересують наших громадян. І всі в Одесу приїжджають. Чому? Тому що тут прекрасне, саме Чорне море. І, звісно ж, посмотреть історичні центр города. У нас масса красивых фасадов, масса зданий, мест, где наши гости города, туристы из-за границы приезжают и хотят смотреть, отдыхать, любоваться, но они находятся в упадническом состоянии. А главная проблема – это то, что разрешают в исторической части города строить многоэтажные дома. Вот это является недопустимо. Это разрушение, это один раз и навсегда. Потому что мы можем такими дальнейшим действием городских властей один раз и навсегда перечеркнуть нашу жемчужину у моря, да, которая славится своим историческим центром. Если эти несоответствующие стилистики, дома, бизнес-центры будут строиться с этажностью, которая превышает все здания, которые там находятся. Ну, туристы, у нас останется только море. Ну и море сегодня под большим вопросом, потому что идет массовая застройка побережья. Строятся дома, перекрывается допуск. Наши все практически пляжи сданы в аренду. Сданы в аренду, не соблюдаются условия аренды арендаторами, в соответствии с которыми там минимум 30% должно быть для общественного доступа. Они оставляют маленькие уголки, на которые накидывают кучу мусора, для того, чтобы одесситам было некомфортно идти туда и гостям города, а было комфортно идти только на платные шезлонги. Таким образом строится сегодня эта работа. Это в корень неправильно, потому что туристическая отрасль, она очень прибыльная, она сегодня очень эффективная. Это может быть один из рычагов такого эффективного экономического развития нашего города. А мы, к сожалению, живем, не думаем о завтра, живем сегодня. Сдаем, даем разрешение, чтобы сегодня какие-то деньги забрать, поделить, и не думаем о том, что будет завтра. Живут одним днем. Так не должно быть. Настоящие хозяйственники должны думать о завтра и должны думать о том, что у нас завтра будут наши дети, внуки и жить в каком городе. Вот именно такой позиции придерживается лидер Украинской морской партии Сергей Васильевич Ківалов. Потому что мы можем посмотреть на те объекты, которые он приложил свою руку, как они строились, для чего они строились. И это абсолютно объекты, которые сегодня нужны всем гражданам, которые приезжают, вот знаете, если брать Национальный университет, Одесская юридическая академия, ту материально-техническую базу, то сегодня приезжают родители, дети со всех уголков Украины. Они приезжают, видят этот уровень, они оставляют, доверяют своих детей, которые здесь учатся и получают качественные знания. Вот так нужно в каждой сфере проникаться тем вопросом, тем направлением, которым ты занимаешься, а не думать о сегодня, чтобы сегодня урвать какие-то деньги, получить дивиденды, а завтра людей не интересует, что будет. Такой городская власть не должна быть. Так. Ми вже прийшли до теми університету. Ось сьогодні політичні опоненти президента Сергія Васильовича Ківалова влаштовують різні провокації. Таке питання до вас. Як відбувається навчання в період COVID-19 у Національному університеті Одеська юридична академія? Ви знаєте, сьогодні, к сожалению, город Одеса находится в оранжевой зоне. И городские власти не смогли обеспечить то, чтобы Одесса находилась в зеленой зоне или в желтой зоне. И мы сегодня находимся в оранжевой зоне. В соответствии с тем, что мы находимся в оранжевой зоне, разрешается обучение в группах до 20 человек, присутствующих в аудитории. Что это значит? Что семинарские занятия проходят в аудиториях, все лекционные занятия в соответствии с требованиями законодательства мы перевели в дистанционный режим, то бишь в Zoom режим.
Сегодня на прошлой неделе было письмо министра образования касательно организации учебного процесса, где рекомендовали перейти на дистанционный режим. Рекомендовали. Что это значит? Это значит на усмотрение вузов. Посоветовавшись со студентами, Национальный университет, Одесская юридическая академия принял однозначное решение, что мы сегодня должны находиться в смешанной системе. Почему? Потому что у нас учатся сознательные студенты. И они четко понимают сегодня, что те знания, которые они могут получить в аудиториях, они не получат в дистанционном режиме. Это каждое исследование подтверждает, что в дистанционном режиме можно получить всего лишь 40% знаний от тех, которые можно получить в аудитории. И вы, наверное, тоже недавно были студентом, и с этим полностью согласитесь. Я на 100% поддерживаю эту позицию, потому что студенты сегодня, большинство контрактники, они платят контракты, контракты немалые, они за свои деньги хотят получить качественные услуги. Да, четко должно соблюдаться все правила, предусмотренные и рекомендованные Министерством здравоохранения. В Национальном университете они на все 100% соблюдаются, все студенты проходят перед началом занятий температурный скрининг. Все студенты знают, что если, не дай бог, у него есть какие-то симптомы, они не приходят на занятия. Преподаватели абсолютно с пониманием относятся к тем студентам, которые пропустили по причине плохого самочувствия занятия. И сегодня студенты приходят и получают знания. Вы знаете, уже не то время, когда важен был диплом. Сегодня важны знания. А знания, их можно получить только в аудиториях. И мы же прекрасно все понимаем, не нужно кого-то делать дураками. Сегодня студенты прекрасно понимают, что не будет этого дистанционного режима с 15 октября по 15 ноября. Это билет в одну сторону. Мы же все с вами тоже анализируем, что происходит в стране, и те темпы распространения коронавирусной инфекции, которые фиксируются каждый день, это лишний раз подтверждают. Да, по самым лучшим прогнозам, с этого дистанционного режима мы сможем вернуться в конце, наверное, где-то апреля, начале мая. И сейчас потерять полгода, пока есть возможность, пока мы в оранжевой зоне, пока это законодательно предусмотрено, студенты в большинстве своем поддерживаю, чтобы мы обучались в стационарном режиме, и это правильно, и это главная сознательность студентов, которые это объясняют. Так, сьогодні знову ж представники місцевої влади кажуть, що потрібно студентів розселити з гуртожитків. Але, наскільки я знаю, більшість студентів, вони з інших областей України, і більшість регіонів перебувають у червоній зоні. Тобто ми не маємо такого права це зробити, розселити. Ви знаєте, ця ситуація сьогодні є просто настільки нечеловеческой. Тому що сьогодні місцеві вибори йдуть. Руководитель Национального университета Одесской юридической академии Сергей Сичкивалов является главным претендентом на победу в мэрской гонке. И наши оппоненты сегодня используют все возможные способы и средства, которые я не могу назвать по-иному, как античеловеческие, для того, чтобы выселить студентов. Они пытаются кидывать информационные бросы в средства массовой информации, в какие-то купленные телеграм-каналы, что есть какие-то вспышки коронавируса в общежитиях, в аудиториях, для того, чтобы всячески попытаться выгнать студентов. Но студенты сами видят, что происходит, и они не хотят выезжать. Они приняли постановление, чтобы силой закрыть общежитие и выгнать всех до одного с общежития, не понимая, что есть люди, которым некуда возвращаться, такие как сироты, такие как люди с оккупированных территорий, люди, которые здесь, помимо учебы, они еще и работают, зарабатывают деньги на существование. Они содержат себя, помогая своим родителям. Множество детей, которые проживают в общежитиях, их города находятся в красных зонах, у них поезда даже в городах не останавливаются. Но сегодня это не интересует городские власти. Они говорят, берите чемоданы и идите хоть пешком. И это античеловеческая позиция сегодня, решая свои меркантильные политические задачи по тому, чтобы уменьшить количество голосов за лидера, за Сергея Сичкивалова, решается именно таким образом.
Но, знаете, понятно, что студенты поддерживают президента университета, потому что они видят, как что организовано в городе и как организовано в университете, какие условия сегодня есть в университете, в общежитиях, и какие условия в других зданиях, которыми сегодня руководит городской совет. Поэтому понятно, вот эта вот позиция любой ценой, не обращая внимания ни в коем случае на интересы студентов, расселить, выселить, закрыть, их не интересует режим обучения дистанционный, или им главное, чтобы они выехали с общежития, чтобы в воскресенье их здесь не было. Причем вот эта вся агония закончится ровно в понедельник. Вот им надо до понедельника, в понедельник все забудут и скажут, а ладно, пусть все живут, как жили, ну, смогли выехать, смогли, не смогли, не смогли выехать, ну, такое дело. Вот важно, чтобы в воскресенье, чтобы не поддержали, хотя это жители города Одессы, они сюда приехали, и 6 ли ближайших лет они будут здесь находиться, они вправе решать судьбу этого города. И более того, я вам скажу, 80% из тех, кто приехал, они здесь остаются, они развивают этот город, развивают экономику этого города, работая в разных сферах, в частности, в юриспруденции. А наши городские власти относятся к ним, как к тем, кто не имеет права оставить свой голос, отдать свой голос, но это вопрос второстепенный. Главное, что относится просто не по-человечески, потому что тем людям просто некуда ехать в своем большинстве. И это сегодня не учитывает, к сожалению, наша городская власть. Так, тим паче є центр боротьби та протидії коронавірусної інфекції, є клініка Міжнародного гуманітарного університету, створена за ініціативи лідера Української морської партії Сергія Васильовича Ківалова. От якщо випадково станеться щось, студенти можуть звернутися і у клініку, і у центр протидії. Правильно? Ну, у нас чітко налажена ця робота. Во-первых, у нас є договір з Міжнародним гуманітарним університетом, з клінікою Міжнародного гуманітарного університету, яка приймає абсолютно всіх наших студентов. Эта работа четко отлажена. Мы единственный вуз в Украине, который имеет замкнутый цикл лечения, профилактики, выявления коронавирусной болезни. От момента выявления, то есть проведения тестов, и экспресс-тестов, и ПЦР-тестов, до самого лечения и непосредственно до, если не доведи Господь, у нас есть аппараты искусственной вентиляции легких, на которых мы можем поддерживать в нормальном состоянии уже тех, кто находится в запущенной стадии развития этой болезни. И сегодня это очень важно. У нас организована, поставлена работа. Каждый студент знает, что если, не дай бог, что-то, какие-то симптомы почувствованы, нужно срочно сообщить и в университет методистам деканата, и сразу же отправиться в клинику для получения соответствующей, сразу сдачи теста и получения соответствующей помощи. Это не так, как у нас в инфекционной больнице, когда ты идешь 3 дня, ждешь для того, чтобы сдать ПЦР-тест. У нас его сделают сразу, и я хочу обратить внимание всех одесситов, совершенно бесплатно для всех студентов, у кого есть симптоматика, делается бесплатный тест. После чего он никак в городе, его ждать нужно 6-7 дней, в течение на второй, максимум на третий день получаем результат. Если есть соответствующая симптоматика, если это студент, который проживает в городе Одессе, он знает, что он должен быть дома на самоизоляции, никуда не ходить. Если, не дай бог, такой случай произошел в общежитии, он должен, мы его немедленно перемещаем в санизоляторы. Таких 6 комнат предусмотрено в общежитии. Студент до получения результата находится в этом санизоляторе. И тот, кто с ним проживал, также находится в санизоляторах, пока студент, который сдавал тест, не получит результат, и он не окажется негативным. Я сегодня могу с уверенностью, со всей ответственностью заявить, вот общежитие, в котором проживают студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции, ни одного случая заражения коронавирусом не было. И нет, слава Богу, 1000 раз слава Богу. И вот эти все информационные вбросы, которые делаются, это все для того, чтобы посеять панику, для того, чтобы создать условия, в которых студенты выйдут домой. Для них это вот важно, и сегодняшняя городская власть считает, что таким образом они смогут победить. Еще раз поставлю акцент на том, что всем человеческим при этом, конечно, брезгуя.
Нагадую, що в студії був голова Приморської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова, декан факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету Одеська юридична академія Денис Колодін. Дякую вам за такий конструктивний діалог напередодні місцевих виборів. Сподіваємось, що одесити дадуть оцінку діяльності нинішньої влади та оберуть гідних представників депутати міської, обласної та районних рад. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.